Вакоу снова атакует монастырь. Монахи наверняка укрылись в главном храме.
Настоятель тяжело ранен и не смог выйти, но мы все благодарим тебя за помощь. Надеюсь, что в этот раз пираты наконец отстанут от нас. Как ты думаешь, что они хотели здесь найти? Когда-то наш храм был крупнейшим в провинции, а в одной из пещер, по легенде, хранилась древняя реликвия. Она обладала невероятной силой, и только избранным монахам разрешалось приближаться к ней. 200 лет назад произошло сильное землетрясение, которое разрушило значительную часть комплекса. Тогда реликвию было решено переправить в другое, более безопасное место, а монастырь вскоре пришел в упадок. Пираты могли узнать об этой реликвии из древнего текста, написанного еще до катастрофы. Ты знаешь, куда ее перенесли после землетрясения? Точных записей об этом не сохранилось, но в преданиях обычно упоминается храм Верхнего Неба на одной из высот гряды Хуаншань. Спасибо тебе. Эти сведения могут очень нам помочь. Считают, что целью Вакоу была древняя святыня, которая когда-то хранилась в их монастыре, но с тех пор была перенесена в храм Верхнего Неба на Хуаншане. В даосском храме одна реликвия, тут другая. Да это не пираты, а расхитители гробниц. Все это очень странно. Если помните, Джэнь Лун говорил, что в монастыре на горе Путо Вакоу тоже искали что-то конкретное. Путо и Цзюхуа — это священные горы буддизма. В то время как Лунху, где мы нашли первую реликвию, является одной из священных гор даосизма. Это напоминает мне одну древнюю легенду. Но нужно ее проверить. Обязательно проверишь. Только сначала отошли письмо Ван Тайцину и сообщи все, что мы узнали. После этого соберем группу и наведаемся в этот храм Верхнего Неба. Его обитателям тоже может угрожать опасность.
Отойди от святыни и убирайся отсюда! Или тебя ждет участь твоих прихвостней! Эх, не успел. Говорил я Фуда, что уже давно нужно было вас прикончить. О, ни в какую. Проклятая монашеская солидарность. Фуда? Монах? Ой, кажется, я сболтнул лишнего. Или нет? Монах он, монах. Японский, разумеется. Сахей. Переживает, что стольким людям пришлось страдать. Но все равно оправдывает себя высшими целями. Он порой бывает таким скучным. Но что мы все о нем да о нем? Давай уже займемся делом. Полагаю, это и есть та самая реликвия. Если под реликвией ты подразумеваешь одну из частей нефритового диска Хэшиби, то да, это она. Моя догадка подтвердилась. Хэшиби? По легенде, этот могущественный артефакт наделяет своего владельца огромной силой. Во всех манускриптах написано, что диск бесследно пропал 300 лет назад, во время монгольского нашествия. Все верно. Когда армия варваров приближалась к столице, диск было приказано разделить на три части и надежно спрятать. Столицей тогда был Ханчжоу, поэтому и куски были поспешно спрятаны именно в здешних местах. Почему у вас всегда все так сложно? Ведь можно же было просто уничтожить этот диск. Но нет, обязательно нужно было поделить его на части, чтобы потом какой-нибудь очередной псих смог объединить их и захватить мир. Пока Хэшиби цел, энергия, заключенная в нем, постоянно циркулирует и сама никак себя не проявляет. Если диск уничтожить, то эта энергия высвободится слишком резко и вызовет страшный катаклизм. Сейчас целостность диска тоже нарушена. Но с нестабильностью осколков можно совладать, если хранить их в особых местах сосредоточения силы. Одними из таких мест являются священные горы Срединного царства. Первый осколок был спрятан в даосском храме на горе Лунху. Второй — в буддийском храме на горе Цзюхуа, а затем был перенесен сюда. Третий осколок должен быть в конфуцианском храме, но в каком именно, мы не знаем. Вы все время говорите о какой-то великой силе, которую дает этот диск. Но что именно это за сила? Хэшиби позволяет стирать грань между мирами. Его владелец может в один миг призвать тысячи духов из других миров, и все они будут подчинены его воле. Однако за это ему придется заплатить страшную цену. Человек, совершивший ритуал, свяжет себя с диском и будет вырван из колеса перерождений. После смерти диск вберет в себя сущность владельца, и она навсегда станет частью Хэшиби. Тот, кто стоит за всем этим, либо обезумел от жажды власти, либо ему действительно нечего терять. Именно поэтому настоятель храма предложил нам подержать осколок у себя до окончания конфликта с Вакоу. Он сказал, что осколок будет долго сохранять стабильность,
если не пытаться использовать его энергию. А они в это время попробуют найти для него новое место. Отлично. Берем осколок и отправляемся обратно в Тулоу, пока их разведчики не увязались за нами. Пока герои думали над дальнейшими планами, от Ван Тайцина пришли хорошие известия. Его информатор с Рюкийских островов узнал ценные сведения о Фуда, лидере Вакоу. Этот человек будет ждать встречи в городе Наха, столице Рюкю. Половина монахов отправилась туда на корабле Люхайбо, а вторая половина осталась защищать страну от набегов пиратов. Итак, мы на Окинаве. Не думал, что когда-нибудь снова окажусь здесь. Мой корабль в местном порту хорошо знают, но не то чтобы очень жалуют. Поэтому я пришвартовался в одной укромной, скрытой от случайных глаз бухте. Что-то мне начинает подсказывать, что никакой ты не торговец, а простой контрабандист. Бывший контрабандист. И где ты найдешь торговца, который умеет так ловко обращаться с копьем? Не так уж и ловко ты с ним обращаешься. Оттаскать бы вас, засранцев, за уши! Не хочу прерывать вашу увлекательную беседу, но перейдем к делу. Информатор ждет нас в чайной в центре города. Ван Тайцин уже должен быть там. Если Вакоу действительно связаны с торговцами Рюкю, то у них могут быть свои люди по всему острову. Разделимся, чтобы привлекать меньше внимания. Слышал, что в последнее время их банда сильно поредела, и они частенько нанимают ронинов, бывших самураев. Так что будь осторожен. Спасибо за столь ценный совет, но ты не хочешь мне помочь? Я должен охранять корабль. От кого? Тут только один выход, и я уже иду через него. Вот и иди, не трать время. Thank you.
Сбежал через черный вход. Некогда ждать. Сюань Пай сам меня найдет. Yeah.
Я так понимаю, это тот самый информатор. Он успел что-нибудь сказать? Да. Очень смешно. В чайной я нашел печать Ван Тайцина. Полагаю, что его похитили эти самураи. Впрочем, с этим мы разберемся позднее. А пока стоит вернуться на корабль. Я уже слышу крики стражников. Информатор мертв, Ван Тайцин похищен. Пока что операцию можно считать проваленной. Погоди отчаиваться. Есть у меня тут один знакомый по имени Кагемуша. Бандит со стажем, и уши у него в каждой подворотне. Хоть что-то он да должен знать. Недавно он загремел в темницу, и добраться до него будет сложновато. Однако нет еще такого тюремщика, который отказался бы от бутылки отборнейшего сливового вина. Мне туда вход заказан, и целого ящика вина не хватит. Поэтому с Кагемушей придется встречаться вам. Человек он по натуре не очень общительный, поэтому скажете, что ему привет от Красной Бороды. Он поймет. А что насчет воинов, которые напали на нас? Это явно были не Вакоу. Крест внутри круга – это символ японского клана Симадзу. Рюкийские торговцы давно сотрудничают с ними и, вероятно, используют их солдат для защиты. Мало нам Вакоу, теперь еще и самураи. Thank you.
точно больше не помешает. В тюрьме восстание, и стража явно не станет разбираться, кто здесь кто. Хотя бы Люхайбо обрадуется, что удалось сохранить его вино.
Муша, Красная Борода передает привет. Да заткнись ты, чего орешь? Тут я. Что ты знаешь о связях Вакуу и рюкийских торговцев? Да все знаю, чего тут не знать. Только напрямую они не связаны. Торгаши никогда не стали бы лично якшаться с Вакуу. У них был посредник. Появился тут полгода назад один японец и предложил местным богачам сделку. Он обещал организовать новые нашествия Вакуу на берега Срединного царства. Да такое, что император сам побежал бы морской запрет возвращать. Рюкийцы же должны были спонсировать это дело и подкупать ваших чиновников. И посредника этого звали Фуда? Да, точно, Фуда. Ох, и зря ты в это лезешь, монах. Там такая грязь творится, что даже мне ввязываться не захотелось. Ходил я к этому Фуда наниматься в составе одной шайки. Да слишком уж хорошие условия предлагали. Почти все награбленное разрешали оставлять себе. Но нападать нужно было на конкретные храмы и деревни. Я сразу понял, что дело пахнет политикой, и свинтил оттуда. Лучше уж воровать, чем в войны ввязываться. Ты говоришь, что ходил к Фуда. Значит, ты знаешь, где находится его логово? Да какое же это логово? Ну, садьба у него здоровая на востоке города, с садами и прудом. Местечко, что надо. Дай карту, покажу. Спасибо тебе большое, ты нам очень помог. Мне надо торопиться, пока не появилась стража. Эй, эй, монах, ты камерку-то мне открой. Лю Хайбо про это ничего не говорил. Вот тебе вино в подарок. Ну, борода, ну, подонок. Вот выйду и побрею его налысо. Кагемуша рассказал, где находится усадьба Фуда. Это прямо здесь, на востоке города. Отличные новости. Ван Тайцин точно должен быть там. Ты зайдешь внутрь и освободишь чиновника. А мы встанем с внешней стороны ворот и будем сдерживать подкрепление самураев. Постарайся действовать быстро.
Здравствуй, мой юный друг. Ван Тайцин? Неужели ты и есть Фуда? Я что, так похож на Сохэя? Нет, Даукун, мы с ним просто деловые партнеры. Нас свели рюкийские торговцы, с которыми меня связывали давние узы сотрудничества. Моей задачей было снабжать Фуду и его помощников сведениями. Например, я выдал расположение храма, куда перенесли один из осколков Хэшиби, о котором так любезно сообщила мне группа знакомых шаолиньских монахов. Кроме того, я должен был не допускать распространения новостей о нападениях в Окоу, списывая все на обычных бандитов или на крестьянские россказни. За все это торговцы регулярно платили мне. Как именно Фуда хочет использовать Хэшиби? Он собирается призвать армию духов и с ее помощью установить у себя в стране новый порядок. Без самураев, кланов и войн. План такой же пафосный и наивный, как и сам Фуда, но если кому-то это и под силу, то только ему. Ты, конечно, ни за что не станешь слушать меня, но прими напоследок мой совет, Даукун. Дайте уже этому безумцу забрать Хэшиби. И пускай убирается обратно к себе. Ты прав, не стану. Прощай, Ван Тайцин. Вернувшись домой, герои обнаружили, что пока их не было, войска Фуда напали на лагерь. Защитники храбро бились с превосходящими силами пиратов, но в итоге один за другим пали в бою. Тела Джэнь Луна, Иня и Цзиня были насажены на их же посохи, а в живых остался лишь израненный лидер монахов. Фуда не стал добивать Гуанли, но вызвав из руки белый огонь, он выжег ему глаза. После этого он забрал осколки Хэшиби, которые хранились в лагере, и вместе с остатками армии исчез так же внезапно, как появился. Мы похоронили наших братьев, но это не ослабит нашей решимости. Мы должны найти и атаковать главную базу Вакоу, пока Фуда не успел раздобыть третий осколок. Найти ее будет непросто, но у Лю Хайбо есть предложение. Все указывает на то, что главная база Фудо расположена не на материке, а на одном из островов к востоку от Вэньчжоу. Я созвал всех своих бывших соратников, матерых капитанов, контрабандистов и просто искателей приключений. И они согласились помочь нам в поисках. В конце концов, им всем будет легче, если Вакоу не станет. Процесс этот не быстрый, но это лучшее, что у нас есть на данный момент. И еще кое-что. Во время битвы мы столкнулись с сахеями, такими же японскими монахами, как и сам Фуда. Эти воины крайне сильны и не уступают монахам Шаолиня в мастерстве. Будьте осторожны, вступая с ними в схватку. Thank you.
сдается. Но тем не менее они отступают. Thank you.
Погнали меня! Друзьям Лю Хайбо удалось выйти на след Вакоу. Они нашли главную базу? Да, старая заброшенная крепость на острове. Она сильно пострадала во время войны, но все еще способна укрыть небольшую армию. Основные войска находятся в гавани в западной части острова, а в самой крепости только Фуда и его личная гвардия. У нас есть небольшой план, как проникнуть внутрь. Расскажу по пути туда. Действуем согласно плану. Пока Вакоу снаряжают корабли для отплытия, мы заходим с западной стороны крепости и разламываем ворота. После этого врываемся внутрь, сажаем Фудо на кол, забираем Хэш и Би и возвращаемся домой героями. Я и не знал, что ты такой воинственный. А ты думаешь, почему меня прозвали Красная Борода? Прикрывай меня! Thank you.
что, где этот Фудо? Неужели я опоздал? Мы все опоздали. Он снова ушел от нас. Собирался он в спешке. На столе все его записи, дневники и карты. Забираем все с собой и возвращаемся в лагерь. Сюаньпай, изучишь по пути. В записях Фудо сказано, что после сбора всех осколков он отправится к вершине Хиэй в Японии. Там расположен огромный монастырский комплекс Сахеев под названием Энриакудзи. Он хочет завершить восстановление диска, и для этого ему потребуется место силы, сравнимое с нашими священными горами. Так может и дьявол с ним, с этим Хэшиби, с этим проклятым Фудо? Уплыл и ладно. Пускай сами там у себя разбираются, нам до них какое дело? А ты думаешь, что имея такую власть и захватив одну страну, он не решит захватить другую? Сначала Япония, потом Рюкю, Чосон, а там и до нас очередь дойдет. Ладно, ладно, убедили. Когда отплываем? Вчера. Так что живо собирайтесь и отправляемся. Деревья не могут цвести в это время года. Фудо уже начал ритуал, и грань между мирами постепенно стирается. Я расскажу тебе одну сказку. Слушай внимательно. В одной далекой стране вся земля была поделена между кланами. Одни кланы были побольше, другие поменьше. Все со своими предводителями даймё. Решил, что земли нужно объединить.
и положить конец бесконечным распрям. А так как умел он в своей жизни только воевать, то и объединять страну он стал с помощью силы.
убил Хэшиби. И мне осталось только завершить ритуал призыва. Я дам тебе один шанс. Верни амулеты, я просто уйду. Нам незачем драться. Ни за что. Тысячи людей погибли на этой горе. Их заживо сожгли во имя чьих-то нелепых идеалов. Зарезали. В назидание остальным несогласным. Ты сам в детстве потерял родителей. А твой дед погиб от рук моих же солдат. Не говори мне, что ты не отдал бы все на этом свете, лишь бы только вернуть их. Вернуть их в виде бесплотных, вечно голодных духов? Ты не воскресить их хочешь, а отомстить своим обидчикам? Отомстить? Нет. Это изгнание демонов. Тех, что кричат об объединении страны. А ищут только власти и утоления собственных амбиций. Тех, что идут к цели по пеплу своих невинных жертв. Да нет тебе дела ни до каких демонов и ни до чьего пепла. Оставь эти пафосные речи для своих приспешников. Заткнись, ублюдок! Заткнись!
Фуда и его безумным планам пришел закономерный конец. Диск Хэшиби, по словам монахов Южного Шаолиня, был уничтожен во время битвы на горе Хиэй. А так это или нет, остается только гадать. С Вакуу тоже было покончено. И в этот раз действительно навсегда. Одни говорят, что благодарить за это нужно императора и его мудрую внутреннюю политику. Другие, что это произошло само собой, после объединения родины Вакоу и завершения длинного периода хаоса и кровопролитных войн. Однако мы-то с вами знаем, что за всем этим стояли 9 искусных и храбрых воинов. 9 обезьян Шаолиня.